Здравствуйте, уважаемые зрители. В последнее время стали поступать сообщения из прессы, что армяне стали осквернять азербайджанскую символику. Ну вот последняя информация, что по факту оскорбления армянскими футболистами флага Азербайджана возбуждено уголовное дело. Это сегодняшнее сообщение в издательстве Хагеназе. Накануне в ряде СМИ и социальных сетях распространились видеокадры оскорбления государственного флага Азербайджана армянскими футболистами в Хаджавенде, где временно размещен российский миротворческий контингент. Сегодня Генеральная прокуратура Азербайджана выступила в связи с этим заявлением. Так, в заявлении говорится, что военно-политическое руководство Армении продолжает совершать провокации против Азербайджана, грубо нарушая фундаментальные нормы и принципы международного права. Вот видите на фотографии армянские футболисты, спортсмены топчут азербайджанские флаги. Ну, зачем это надо, я не понимаю. Так в ряде СМИ и в социальных сетях распространены видеокадры с оскорбительными действиями армянских футболистов в отношении государства флага Азербайджана. В связи с этим фактом генеральным прокурором Азербайджана возбуждено уголовное дело по статье 283 «Возбуждение национальной, расовой, социальной, религиозной ненависти и вражды, совершенной организованной группой». Ну да, вот группа армянских футболистов, так называемых. И 324 статьей «Надругательство над государственным флагом» или государственным гербом Азербайджана. Проведение расследования поручено Следственному управлению Генеральной прокуратуры. Будут приняты необходимые меры для выявления и привлечения к ответственности виновных в совершении преступления, говорится в сообщении Генпрокуратуры. Ну вот, здесь еще кто это совершил, как сказать, этот акт вандализма. Напомним, что армянская команда любительской лиги, играющая в городе Хаджавент, где временно размещен российский миротворческий контингент, вышла в поле, наступая на азербайджанский флаг. На этом армянские футболисты не успокоились. Один из спортсменов плюнул даже на азербайджанский флаг. Ну вот, такие сообщения. Ужас, говорю, футболисты вообще не должны, вообще зачем это надо оскорблять, унижать, плевать, рвать, топтать, это последует ведь ответка по-любому, азербайджанцы не простят унижение своего флага, только армяне сами раздувают эти конфликты, а потом жалуются, что вот их потом унижают, обижают. В общем, вот такие новости. Всем спасибо, всем пока, до новых встреч.